Дорогой проект Фаберлик Онлайн, с вами Клонова Аня. Хочу сказать вам огромное спасибо за такой крутой прирост. Огромнейшее вам спасибо за то, что вы верите в себя, в компанию, в меня, в проект. Вам низкий поклон за то, что вы пришли в нашу команду. Конечно же, давайте с вами посмотрим новые результаты. Они, конечно же, не окончательны. Сайт еще в течение 20 минут после 12 ночи будет обновляться. Но до конца действия цен каталога номер 2 осталось 2 минуты, как вы видите. И, конечно же, я захожу в свой личный кабинет, нажимаю на свое имя, фамилию, отчество. Мой рек номер 703-386-938. Вот он, да, в верхнем правом углу. И давайте же с вами смотреть. Давайте же с вами смотреть. На данный момент, как вы видите, уже все акции вывешены. И та-дам-да-дам-да-дам. Ребят, я просто в шоке, да, кому не видно, я прибавлю. Я просто в шоке. Мы с вами сделали 1,5 миллиона. 1 576 000 баллов. Это прорыв, это рекорд. И по сравнению с прошлым каталогом мы с вами удвоились. Мы с вами сделали статус в 2 раза больше. Это круто, это невероятно круто. Я прям благодарю судьбу за то, что когда-то я отправила свои регистрационные данные в компанию Faberlic. Это просто шикарный результат. Ну, буквально через полчаса нам уже начнут показывать наши премии и бонусы. И это, конечно, здорово. Также, конечно же, мне осталось всего 19 периодов до уровня VIP-золота. Вот, и, конечно же, в нашей структуре, в нашей команде, как вы понимаете, 24 директора. На данный момент в компании Faberlic открыто 4 статуса партнер. Я этому очень рада. Мой наставник открыл статус партнер, и я его поздравляю. И давайте же сейчас с вами хотя бы немножечко, хотя бы чуть-чуть посмотрим результаты. На данный момент у нас с вами новичков за каталог 137 000 человек к нам пришло и оплатили заказ 50 000. Это практически каждый второй, да, как вы понимаете. Каждый третий не получается, но каждый полуторный, да, как бы оплатил заказ. Это шикарная статистика, это суперская статистика, каждый второй с половиной, вернее. И вот подсчет был в 23:47, то есть 10 минут назад у нас с вами был подсчет. Итого на данный момент званий 12% уровней у нас с вами открыто 89 человек. Это в целиком на проекте Faberlic Online. Далее 15% лидеров 96, 19% лидеров 98, директоров звание, да, звание директорское открыто 160 человек. Вы представляете, 160 человек получит премию 100 000 рублей, если они подтвердятся в следующий двухнедельный период. Это просто шикарно. Серебряные директора 25 человек, старшие директора 77 человек, золотые директора 12 человек и рубиновые директора и выше более 12 человек, да, то есть открыты старшие национальные директора, открыт партнер, открыты элитные директора и так далее. Давайте же с вами посмотрим, зайдем на наш любимый информационный канал I Love Faberlic Online, да, и просто с вами хотя бы прокатимся таким вот образом. На самом деле званий очень много, и будет очень сложно, если мы с вами будем всех перечислять, да, 1900 человек. Вот это люди, которые сделали статус, да, то есть их действительно огромное количество. Действительно, прямо невероятно, да. Ну, конечно, очень-очень мелко. Я всех до единого поздравляю, потому что это сделано только благодаря тому, что наша команда дружная, что у нас один за всех и все за одного. Я благодарю каждого лидера проекта за доверие, за то, что
Вы у нас есть за то, что вы нам поверили и когда-то к нам пришли. И мы дружной структурой, дружной командой директоров тоже делали все, что могли, чтобы у вас все получалось. Интернет-проект Фаберлик Онлайн вас поздравляет. Это просто невероятные высоты. Это просто шикарный взлет, как вы видите, очень много рубиновых, золотых, бриллиантовых директоров, да, Татьяна Рябинина бриллианта подтвердила, шикарно, просто шикарно, да, старшие национальные директора, семья Зеленковых, горжусь этими умничками, просто вот невероятно, невероятно рада. Очень много девочек делала свои статусы реально со скрипом, реально с натяжкой. И очень старались все-таки забрать премию 55 тысяч. Плюсом, если девчонки подтвердят двухнедельный каталог, свой новый статус, да, кто впервые открывал директора, кто VIP-консультант, они получат 100 тысяч рублей. Ну, в эквивалент, понятно, что на свою цену, на свои рубли, да, или на свои тенге, гривны, да, смотря в какой стране они живут, да, на эквивалент своей страны. Это просто наишикарнейший результат, и я, конечно, каждую поздравляю. Но цель была амбициозная. Если бы они не открыли в этом каталоге директора, да, то у нас бы с вами получилось так, что они бы потеряли 100 тысяч. Поэтому, конечно, 160 директоров – это еще не предел. Это еще не предел. Сайт еще не обновился. Поэтому, может быть, еще рано судить о результатах, но скоро будут окончательные результаты. Они обычно бывают вторник, среду. В понедельник у нас с вами все время идут поздравления. В сторисы такое количество лидеров просто... Просто не смогли так золотые директора Казахстан Асель Капасова, да, видите, как классно, и серебро и золото за один каталог открыли, это шикарно просто, вот Дана тоже два уровня за период открыла, но не, просто, ребят, вот бывает, вот когда, вот знаете, такое чувство бывает, когда нет слов от счастья, от радости, вот сегодня у нас с вами действительно шикарный прирост, шикарная радость, очень много россиян, белорусов, очень много открыло новых статусов, да, просто невероятно, я радуюсь. Новая система роста, она вообще нам дала такую возможность колоссальную прирасти, да, почему она дала, вот если об этом поговорить по-честному, да, потому что объединились лучшие из лучших, ведут вектора лучшие из лучших, и получается, что если человек понимает, как рекрутировать ВКонтакте, да, то он и обучает только, как рекрутировать ВКонтакте, и все фишки, все он несет на этот вектор, да, по росту. Если человек понимает в таргетинговой рекламе, так он идет и все фишки выкладывает в таргетинговую рекламу, да, понимаете? И получается, что каждый вектор, он очень ценный, он очень важный, он мега крутой. Почему? Потому что там именно сидят, собрались те лидеры, которые действительно понимают в рекрутинге, разбираются в рекрутинге и действительно делают статус за статусом, помогают. Олесечку Горкову поздравляю. У нее два директора в этом каталоге открылось, и она открыла серебро, хотя она была старшим директором до сегодняшнего дня, ой, до прошлого каталога, да, она была просто старшим директором. Все, уже серебряно, уже премия 110 тысяч. Да, давайте с вами еще поговорим о премиях. На уровне директор премия получается 55 тысяч рублей. За подтверждение старшего директора 27 тысяч 500. За подтверждение серебряного директора 110 тысяч. За подтверждение золотого директора 165 тысяч, за рубинового директора у нас идет подтверждение 220 тысяч, смотрите, Райхона, Джахангир, открыли элитных директоров, Таджикистан, огромные-огромные молодцы,
За элитного директора, кстати, премия 500 тысяч единовременных выплат, да, ну, им, конечно, в само денежка придет, но, понимаете, неважно даже с какой вы страны, каждый может попробовать просто взять и сделать себе новый статус, ребят. Я вас всех поздравляю, всех прям обнимаю, шлю вам виртуальные прям поцелуйчики, потому что это действительно классно, это действительно дорогого стоит, когда такое огромное количество людей делают статус за статусом. Кстати, от компании Faberlic шикарное обучение стартует, да, и мы его тоже внедряем в обучение своей структуры, своей команды. И если кто-то говорит, что Faberlic кидает людей или Faberlic не обучает людей, зайдите на TV Faberlic, на YouTube канал, и вы увидите невероятное огромное количество обучающих вебинаров. Обучайтесь, растите. Я тоже очень много своих вебинаров выкладываю, да, и обзоров по продукции тоже много выкладываю. И всегда рассказываю честно и правду, как я выросла, что я сделала и так далее. Вот, так что всех, всех поздравляю. Прям нескончаемый поток. Представляете, 160 директоров. Это просто невероятно, да? Вот просто если представить толпу человек в 160, которые все рядышком вместе стоят, ну, вы просто вот представьте, да, какое количество людей разбросано по всем городам, по всем разным странам, и все они растут, развиваются и работают. Это просто невероятно. Аплодируем стоя, как говорится. Всем желаем еще большего роста. И вот вы знаете, у нас есть девушка на проекте. Она открыла бриллианта в этом каталоге, Алма Шармединова. И знаете, что она делает? Она в двухнедельные периоды, наоборот, вырастает в несколько раз быстрее. А когда все думают, лишь бы подтвердиться, она в такие периоды открывает новые статусы. Вот. Также у нас есть на проекте, в компании, вернее, Faberlic, от компании Faberlic, для всех лидеров Faberlic, не только для лидеров проекта Faberlic Online, быстрый старт, программа «Быстрый старт». Если вы приходите и вы, к примеру, меньше чем за полгода делаете статус директора, то ваша премия умножается на 2. То есть вместо 55 тысяч вы получаете 110. Можно взять быстрый старт даже по золотому директору. О, Ириночка Тихонова золото открыла. Если вы возьмете быстрый старт, к примеру, по золотому директору, то есть за, получается, полгода подтвердить 2 раза статус директора, делать нужно 50 баллов, не нужно делать 100 баллов, если вы идете на эту премию. И что получается? Вы получаете 55 тысяч умножить на 2. Также вы получаете 27 умножить на 2, 110 на 2, 165 на 2. Да? То есть вы можете собрать, ну, реально очень крупную сумму. И это все компания выплачивает сразу же, как быстрый старт, то есть полгода прошло, огромной суммой вам упадет это на расчетный счет уже в банке, вы эти деньги снимете и пойдете тратить. Вот, допустим, у нас Алуа Кабдулина с Казахстана, девчонка 22 года, позавчера купила крутую машину на быстрый старт. Они купили уже квартиру, они купили машину, хотя они в компании меньше, чем год. Меньше чем год, и уже заработана квартира и машина. У кого какие амбиции? Девушка, двое детей. Вот, до этого работала в другой сетевой компании, была там сапфировым директором, но тут вот у нее прям хорошо пошло, прям замечательно пошло. У нее структура огромная, 700 тысяч баллов, да, и как бы она действительно купила и квартиру, и машину. Мы сами же, да, Кононовы, семья Кононовых купила уже вот 3 квартиры, да, у нас сейчас квартира, мы ее объединяем с соседской, у нас будет более 100 квадратов квартиры. И, конечно же, вот, как вам сказать, такое обучение, оно доступно каждому, да, то есть оно доступно каждому, каждый может работать, расти, развиваться,
и не переживать, что у него что-то не получится, потому что огромное количество наставников, они просто будут вам помогать и просто будут вас все дальше и дальше сопровождать. Я желаю вам роста, удачи, везения во всем, вдохновения, и чтобы на доске почета Фаберлик Онлайн в следующем каталоге были вы. Удачи вам, наши дорогие!